Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Джозеф Полевский. Я представляю Университет Калифорния, Сан-Франциско. А со мной великолепный мост, который называется «Золотые ворота», над бухтой «Золотые ворота». Но я нахожусь сам не там. Я нахожусь в метрах в милях в 30 от своего дома. Но этот мост находится не очень далеко от моего офиса. Я надеюсь, что эта ужасная пандемия закончится, но, тем не менее, она позволила нам вести много различных исследований и даже не мешает нам встречаться. И мне хотелось бы поблагодарить организаторов, хотелось бы поблагодарить профессора Козловского, организаторов международного форума бета-разнообразия в присутствии противовоспалительных бактерий, такие как кластридии, такие как бактериотис фрагилис. И воспалительные протобактерии, бактериоцы. Что касается канцерогенных фузобактерий, их количество повышается. Интересно, что ВИЧ-инфекция, так же, как и колоректальная патология, может варьироваться, бета-разнообразие обычно повышается. И, конечно, здесь встает вопрос о том, о какой микрофлоре мы с вами говорим. Существует значительное различие в составе микрофлоры на участке между ротовой полостью и прямой кишкой, а также между тонким кишечником и толстым кишечником. Однако даже в разных участках толстого кишечника микрофлора может различаться. Нас особенно интересовало понять, совпадает ли анальная микрофлора в кишечнике с микробиотой, которую мы находим в стуле пациента. И целями нашего исследования было сопоставление микробиома в анальной области и микробиоты в стуле пациента. И, кроме этого, сопоставить между собой популяции пациентов с наличием высокого риска папилломовирусной инфекции без него. Мы предположили, что у пациентов высокого риска наличествует высокий уровень про воспалительные микробиомы. В исследовании приняли участие мужчины, имеющие сексуальные контакты с мужчинами. Набор участников проводился в клинике анальной неоплазии. У наших пациентов наши пациенты обладали общими характеристиками. Некоторыми это возраст 18 лет и выше, сексуальный контакт с мужчинами, естественно. Пациентам проводилась эндоскопия с высоким разрешением. У пациентов брали мазок на цитологию и папилломовирус. Делали мазок на микробиоту, на анальную микробиоту. Образцы стула пациенты собирали в домашних условиях. И для анализа микробиоты проводилась амплификация региона V4 гена 16S. Проводилось вычисление индексов Симпсона и Шеннона для измерения альфа-разнообразия. Для сравнения образцов, полученных из анальной области, из ануса и стула пациентов,
для каждого из пациентов был определен некий исходный уровень, и после этого средний показатель определялся методом умножения. Уровень B проходил коррекцию с поправкой на многократность тестирования. Что нам удалось установить? Средний возраст 58 лет. Большинство пациентов европейского происхождения, европейской расы. Преобладающее большинство из них – курильщики. Вирусная нагрузка находилась на практически неопределяемом уровне. Уровень клеток CD4 свыше 680. И мы попытались сопоставить наших пациентов по показателю альфа-разнообразия между анальными образцами и образцами стула, образцами кала. Ну и, кроме того, проводили многомерный анализ бета-разнообразия. Анальные маски обозначены оранжевым цветом. Данные по анализам кала зеленым. Видите, что разнообразие здесь действительно существует. Надо сказать, что у пациентов с высоким риском развития эпителиальных образований альфа-разнообразие было значительно выше. Что касается бета-разнообразия, опять-таки многомерный график определил наличие высокой степени разнообразия в анальных образцах, в микрофлоре, присутствующих в анальном маске. Здесь перечислены бактерии с наиболее высокими показателями повышения или снижения по сравнению с исходным уровнем. Перечислены здесь бактерии вызывают провоспалительный или канцерогенный эффект. И к ним относятся привателла, стрептококкал агалация и так далее. И вот эти бактерии с высочайшим отклонением от базового уровня в сторону понижения обладают противовоспалительным и противоканцерогенным эффектом. Некоторые из этих бактерий, такие как привателла, повышение их уровня индуцирует реакцию со стороны хелперных клеток Т17. Увеличение уровня парасутерия экстрементиоменис коррелирует с повышением частотности болезни Крона. Стрептококки агалактика обладают сильным провоспалительным ответом. И теперь поговорим о бактериях, которые давали довольно большое снижение. Это нейростип Кака. Что касается канцерогенности, канцерогенного эффекта, то канцерогенный эффект во многом был связан с повышением уровня бактериум эквинум. Надо сказать, в заключение необходимо сказать, что микрофлора анального канала заметно отличается от той микрофлоры, которая присутствует в кале. И, конечно, здесь необходимо учитывать такой момент, как стратификация.
И наши данные предполагают, что данный вид микрофлоры дает хороший материал для анализа той роли, которую играет папилломовирусная инфекция в развитии плоскоклеточных интраэпителиальных образований высокой степени злокачественности. Наши результаты показывают, что провоспалительная канцерогенная микрофлора представляет собой сложное явление для изучения, и наличие этой микрофлоры может иметь значительное влияние на степень риска развития новообразований. И здесь, конечно, мы говорим не о причинно-следственных отношениях, не о прямых причинно-следственных отношениях, а о корреляции. И здесь большой интерес представляет такой показатель, как наличие у пациента папилломавируса 16 типа или других видов вируса, не папилломавирус 16. И, разумеется, поскольку мы демонстрируем в данном случае простую корреляцию, а не причинно-следственные механизмы, необходимы дополнительные данные, необходимы дополнительные исследования для того, чтобы понимать, каким образом действуют эти механизмы на молекулярном уровне. И в заключение мне хотелось бы поблагодарить организаторов этой конференции за возможность принять участие в ней. Я с нетерпением жду вопросно-ответные сессии, дискуссии и благодарю вас за внимание.